Хаотичность складирования и игнорирование норм и технологий. Единственная в Мариуполе площадка для хранения мусора еще недавно наполнялась сверхбыстрыми темпами и представляла собой назревающую экологическую угрозу. Устаревшая техника, регулярное возгорание мусора и летающие по округе пластиковые пакеты. Сегодня эти проблемы постепенно удается свести на нет. В 2017 году за средства городского бюджета были приобретены новые экскаватор, каток-уплотнитель и немецкий бульдозер. Новая техника, работали раньше на старой, которую часто делали. Новая, хорошая, вот, нормально работать, никаких проблем. Утром завел и поехал работать. На полигоне ТБО также упорядочили технологический процесс, ввели понятие рабочей карты, системы размещения, захоронения и изолирования отходов. Чтобы предотвратить разнесение ветром легкого мусора, были установлены специальные улавливатели и переносные сетчатые ограждения. Сотрудники гаражного кооператива, расположенного через дорогу, уже отмечают изменения. Да, летели пакеты, тут было ужас, завалено все было. Сейчас поставили, в этом году поставили сетки. Все прекратилось, нету ничего здесь, чистота, все нормально. Вот это осталось еще с прошлых годов. Кроме того, в пункте пропуска проводится контроль радиационного фона отходов. Мы осуществляем радиологический контроль, который проверяется на каждой машине. И после того, как были проведены замеры, если не превышает 0,25 микрорентген, то отправляется машина на полигон на разгрузку. В планах руководства в следующем году начать строительство на полигоне комплекса по сортировке мусора. Это даст возможность получать дополнительную прибыль от реализации вторсырья и снизить негативное влияние на окружающую среду. Мы в преддверии масштабного строительства, которое позволит нам, в общем-то, в целом абсолютно изменить подход в управлении городскими отходами. То есть отходы будут сортироваться, как мы знаем, все это неиссякаемый ресурс, который глупо бы было не использовать на благо города. Максим Гробовский, Алексей Клименко, информационная программа «Зеркало».